Всем привет! Меня зовут Диана Любимова, и вы находитесь на канале «Просто лепка». Сегодня мы будем с вами лепить девочку-зайчика из серии игрушек «Sylvania Families». Для этого нам понадобится бежевый, красный, белый, розовый, коричневый, желтый, черный оттенок и два стека. Для начала приступим к работе над головой. Придадим форму яичка и слегка вытянем носик. Теперь сделаем выемки для глазок. Ножиком проделываем щечки. Стеком делаем углубление для глаз. Добавим розовый носик. Глазки у сильвашек черного цвета. Теперь сделаем ушки. Разрежем напополам. Слегка надо приплюснуть их. Добавим розовый цвет. Сделаем углубление в ушках. И соединяем с розовым цветом. Хорошенько надо все примять. Лишнее отрезаем. Возьмем коричневый цвет и сделаем небольшую улыбочку сверху ушек, характерные шоколадным кроликом. И зафиксируем их на голове при помощи проволоки. Теперь сделаем ножки. Ножиком сделаем пальчики. То же самое делаем и с ручками. Отрезаем лишнее. Теперь сделаем туловище. Платье у нас будет красного цвета. Фиксируем ножки. И сейчас мы будем делать юбочку. Для этого скатали жгутик и хорошо его надо приплюснуть. Белым цветом я решила сделать подъюбник. Лишнее отрезаем. И теперь придадим форму гармошке. Делать это надо аккуратно, чтобы они сильно не слиплись. Теперь фиксируем их на туловище. Края надо хорошо поджать. То же самое мы делаем с красным цветом. Все края мы очень плотно прижимаем к туловищу. Я решила добавить еще небольшой ремешок. Фиксируем ручки и хвостик. Теперь надо сделать воротничок.
фиксируем на голове. Лишнее отрезаем. Вставляем шпажку и фиксируем голову. Вот такая вот малышка у нас уже получается с вами. Теперь нам надо ее разукрасить. Для этого фигурку необходимо предварительно испечь в духовке при температуре 110 градусов 30 минут. Для росписи я взяла акриловые краски и один стек. Кисточкой подкрашиваем самые труднодоступные места. Также я решила сделать нашей зайке небольшой браслетик. И вот такой вот зайка у нас сегодня с вами получился. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого мы будем лепить с вами в следующем видео.